Уважаемые коллеги, вашему вниманию хотим предложить новинку Сантек. Стабилизатор напряжения, выполненный в пластиковом корпусе новой пресс-формой. Модели в данной форме изготавливаются на 500 Вт, на 1000, на 1500 и на 2000. Мы пришли к этой модели не случайно. По запросу наших покупателей выполнены, в принципе, здесь все их требования. Во-первых, он в универсальном корпусе. Он может быть напольный, может быть навесной. У него имеются 4 розетки, где можно подключать 4 разных потребителя. На торцевой панели расположена кнопка включения-выключения, а сбоку предохранитель, который защищает от длительных перегрузов и от короткого замыкания. Также из особенностей этого стабилизатора то, что мы сделали его с двумя видами задержки. То есть вот сейчас я включил его, это была задержка 3 секунды. Если мы нажимаем эту кнопочку, выключаем, то видим, что на табло отображается задержка 180 секунд. Это задержка для того, чтобы использоваться в тех случаях, когда потребителями являются приборы с двигателями. Например, это могут быть либо дрели, либо стиральные машины, ну, в зависимости от мощности вашего стабилизатора. Для того, чтобы если напряжение у вас скакануло и исчезло даже на какой-то момент, чтобы оно не включилось сразу же, не включился прибор, то есть дается специально 3 минуты, чтобы система стиральной машины или прибора пришла в состояние покоя. Что хочется еще заметить? Сделали по желанию наших покупателей провод. Вот он здесь скручен, но длина его составляет 1,20 м. То есть, в принципе, размещая такой стабилизатор у себя в комнате, вы можете подключить к нему как компьютер, так и телевизор, там принтер и что-то удобное. То есть у него достаточно длинный провод, но от розетки отходит далеко. Ну, а теперь, можно сказать, о самом главном этого стабилизатора. Это его о технических характеристиках. То есть стабилизатор выполнен в классических параметрах компании Сантек. Диапазон 120-285, точность составляет до 8%. Низкий диапазон у нас не отсекается, то есть нет отсечения. То есть напряжение приходит там 100 вольт, на выходе будет просто меньшая нагрузка, можно получить. На выходе будет там 160-170 вольт. То есть существует тот же аварийный режим. Но если напряжение у вас превышает 285, существует отсечка, и стабилизатор находится в режиме ожидания в результате этой отсечки, и когда напряжение у нас стабилизируется, стабилизатор сам автоматически включается. Ну и в паспорте написано, здесь не буду рассказывать, что когда нижний диапазон это горит L, верхний H, перегруз это CH, то есть это в принципе стандартные параметры компании Сантек. Вот. Что можно сказать? Стабилизатор не искажает форму синусоиды. Хорошо используется вместе с котлами. То есть мы эти модели делали специально для котлов. То есть повесив этот стабилизатор рядом в своей технической комнате рядом с котлом, то есть в принципе он обеспечит его стабильную бесперебойную работу. По параметрам, чтобы было понятно на видео, это 26 сантиметров он с ручкой является длиной, 14 шириной и всего 8 сантиметров толщиной. То есть даже на стене он будет выглядеть, в принципе, как ну, чуть толще картины. Гарантия на стабилизатор составляет 3 года. 3 года. Ну, пожалуй, вот это самые основные параметры. То есть добро пожаловать на сайт santec.su, где вы можете посмотреть это и многие другие видео и почитать более подробно технические характеристики. До свидания.